Лекторий «Прямая речь» представляет. Александр Асмолов. Личности и индивиды. Вот что для меня имеет личностный смысл. То, что значимо, то, что хотел бы обсуждать. И название нашего сегодняшнего общения – «Психология личности поверх барьеров». А дальше внимание на экран и вопрос. Вы узнаете этого героя? Пожалуйста, поделитесь, что вы о нем знаете, что можете сказать и из какого фильма, а это фильм, конечно же, для меня взят значащий это для моей жизни фрагмент. Пожалуйста, кто подскажет? Значит, абсолютно верно. Почти ваше коллективное сознание выбросило это прямо сюда. Тот самый Мюнхгаузен. И теперь, пожалуйста, кто смотрел этот фильм и кто так или иначе в сложные минуты жизни к нему обращается или иногда вспоминает. Поднимите руки. Слушайте. Те, кто не поднял руки, это просто приглашение, чтобы вы посмотрели. А теперь именно это и важно для понимания личности. Скажите, пожалуйста, тот, кто обращается к этому фильму, тот, кто обращается к всему циклу гениального мастера, которого зовут Марк Захаров, и другого гениального мастера Евгения Шварц в самых разных их воплощениях. Кто может поделиться, почему, когда так или иначе в жизни трудно, те или иные мастера, которые рождали мир культуры, которые рождали и продолжают рождать нашу жизнь, которые прорываются каждый раз сквозь барьеры, каждый раз может кто-то поделиться, кто как бы всплывает в его сознание, с кем хочется поговорить, кому хочется обратиться из писателей, когда вы оказываетесь в проблемной ситуации, в трудной жизненной ситуации, в ситуации, когда вы ищете выход, иногда который кажется вам безвыходным. Кто мог бы поделиться? Кто обращается к этим героям и к какому из них? Вовсе не обязательно только к герою того самого Мюнхгаузена. Пожалуйста, как всегда, мы будем передавать, дорогие мои друзья, микрофон. Это не касается данного произведения и не касается Марка Захарова, но это касается творчества гениального Иосифа Александровича Бродского, его произведений, которые мы со студентами рассматриваем, изучаем, о несовершенстве мира, о принятии его такого, какой он есть. И, ребят, в потемках или в свете того, что мы имеем, занимаемся собственной стряпнёй и кухней, зоной собственной ответственности. Сейчас это крайне важно, и вот творчество Бродского, оно крайне актуально сейчас. А касательно этого произведения могу сказать, что мои любимые студенты, когда я им показала на одной из презентаций фото барона Мюнхгаузена, который тащит себя, сидя на лошади, за волосы из болота, студенты вообще мало любят и мало знают творчество подобных рода гениальных людей. Одна из них написала, одна из студенток написала, ну, сдохла лошадь, хозяин как может тащит ее из болота. Вот такая веселая история из жизни, связанная с Мюнхгаузеном. На самом деле, то, что вы сказали, несколько моментов. Первое. Каждый раз, когда мы попадаем в ситуации, которые достаточно трудны, мы должны знать следующее. Что бы в мире ни происходило, есть особое пространство. Это пространство – замечательный мастер понимания мира человека и мира литературы по имени Михаил Бахтин назвал пространство большой культуры. Пространство большой культуры. Мы знаем ноосферу Вернадского, мы знаем биосферу, мы знаем семиосферу Лотмана. Но в нашей собственной жизни, что бы ни происходило, есть те, с кем мы иногда можем идентифицироваться. Есть те, кто решают эти задачи. И те, которые в буквальном смысле помогают решить.